Добрый день, дорогие мои! Рада видеть всех у себя в гостях. Сегодня мы приготовим очень вкусную запеканку с изюмом и хурмой. Для этого нам понадобится 500 грамм творога, 3 яйца, 1 чайная ложка стеви или 1,5 чайных ложки сахара, 4 столовые ложки манки, пол чайной ложки соды, 1 курага, 50 грамм изюм. Возьмем 500 граммов творога. Три яйца. Четыре столовые ложки манки. 3/4 чайной ложки соды. Погасим уксусом. 50 грамм изюма. Нарежем 1 хурму. Добавим в миску. Все хорошо перемешаем. 1 чайную ложку стеви или 1,5 чайных ложки сахара. Выкладываем пергамент. Форму 33/19 и выкладываем творожную массу. Посмотрите, какая замечательная румяная запеканка у нас получилась. На вкус просто необыкновенная. Она понравится всем. Если вам понравился рецепт, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Я буду вам очень благодарна. Всем приятного аппетита, хорошего настроения. Будьте счастливы! Будьте счастливы!